Взгляд на мир другими глазами. Все, что нас окружает, сделано не без их помощи. От конфетного фантика до целого здания. 9 сентября профессиональный праздник отмечают специалисты графического дизайна. Мир графики и творчества, креатива и таланта. Чем живут эти творческие люди и откуда они берут идеи, мы узнали у одного из виновников торжества. Любым человеком можно стать, безусловно. Все зависит от твоего восприятия этого мира. Если ты хочешь, если ты ощущаешь вот эти какие-то вещи, которые тебя окружают, и хочешь их исправить или как-то улучшить, это есть, ты уже становишься автоматическим дизайнером. Дизайнер начинается с самого себя. Вместо холста и кисти эти специалисты орудуют целым арсеналом компьютерных программ и технических инструментов. Идеи берут из окружающего мира, вдохновение и жизни. Обращать внимание на любые мелочи, замечают каждую деталь, чтобы сделать нашу жизнь комфортнее и лучше. Недавно у меня спросили, что мне интересно. Я очень долго задумался и ответил, что мне интересно все, кроме, пожалуй, органической химии. Даже не органической мне интересно. Поэтому, если тебе все это интересно, то это просто жизнь, ты живешь в этом потоке, и все здорово. Работы графических дизайнеров можно увидеть в рекламе, на обложках журналов, на информационных стендах. Даже прогуливаясь по улице, их творчество узнается в стрит-арте. Но особенность профессии легко недооценить. Креативные специалисты широкого масштаба, они же дизайнеры, они же психологи, они же маркетологи. Я могу психологически хорошо изучить клиента и сделать такое решение, которое его полностью удовлетворит. Но человек выпускает печенье, и не он потребитель этого печенья. Печенье потребляют все остальные люди, а не клиент. Поэтому клиент пришел ко мне для того, чтобы это печенье продавалось лучше. И я это сделал так. Поэтому я говорю, просто говорю, да, вы классный чувак, вам очень нравится красный, но оно не будет продаваться. Я хочу удовлетворить его бизнес-цели. Вот это. И когда ты удовлетворяешь бизнес-цели, и из-за того, что ты печенье сделал зеленым, и утрировано, да, естественно, и оно начинает продаваться там на 20% лучше, то из-за этого испытываешь кайф. Это означает, что ты классно сделал свою работу. С каждым днем профессия набирает популярность, а специалисты становятся востребованы в различных сферах. Более того, как говорил Генри Форд, лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби. А это еще раз доказывает – никогда не поздно найти свое любимое занятие, которое будет приносить доход. Ведь творчество живет в каждом из нас.